Итак, а теперь мы покажем вам надежную защиту от ударов в голову. И работаем вместе с плечами. Прикрываемся, прикрываемся. Когда вы поработаете так, 2-3 тренировочки, 2-3 тренировочки, да, это будет достаточно, чтобы отработать подставки. Выполняйте следующее упражнение, которое вам поможет, ну, более совершенно защищаться, да? Например, также встали, работаем двумя руками, защищаемся двумя руками. Но при этом, смотрите, надо, теперь вот, опускаем одну руку и защищаемся только с помощью одной руки. Здесь вот можно, знаете, если вас бьют левый боковой, прикрыться плечом и ладонью левой руки. Если боковой удар идет с правой стороны, закрывайте также плечом и предплечьем. Если прямой удар идет, вы можете сбить эту руку, можете подставить, да, подставочку сделать. Если левый прямой, то вы также выставляете плечо и ладошку вперед. А потом меняем руку, но правая рука поехала. То же самое, да. А я так понимаю, что здесь будет удар. Пошел. Мне нужен драйв. Давай. Скол, давай. Еще хочу. Давай. Отлично. Ну и самый, так сказать, пик этого упражнения, это когда вы будете защищаться без помощи рук. Допустим, у него будет в карманах. Или вам связали руки, как вы можете подойти в нашей современной жизни, следить за развитием событий. Итак, вас бьют в голову, рук у вас нет. Самое главное — защитить нижнюю челюсть, шею, горло. Поэтому, да, лучше вы примете удар на лоб, нежели нижнюю челюсть. Поэтому, когда защищаетесь, просто группируйтесь и по возможности скручивайтесь, подставляйте плечо. Плечик подставляете, можно сделать уклончик, да, там, чуть-чуть вниз. Вот если позволяет вам место сзади, да, стенка не очень близко, то вы можете сделать маленький уклончик. Один, единственный, больше отклоняться уже не надо. Уклонились, вернулись в сторону, приподняли. Поехали. Поскольку мне его бить нельзя, поэтому защищаться очень сложно. Если вы будете пропускать удары, это нормально, ребят. Потому что, ну, никогда так не происходит, когда один человек бьет, а другой просто стоит, пытается закрыть, защититься. Только Рой Джонс может себе это позволить, и то какой-то ограниченный период времени. После чего ему приходилось, ну, прибегать к насилию. Поэтому нормально, если вы пропускаете удары, может даже легко, да? Принять удары на челюсть. Потом подбородочек придет, подставляйте плечи. Пошли, можно качаться. Очень тяжело попасть, когда цель двигается. Когда вы уклоняетесь, поставляйте плечи, поставляйте лоб. И какое счастье, друзья мои, когда у вас появляются две руки. Вы чувствуете просто прекрасно, поэтому двумя руками закрепляем. Вы можете сближаться, да? Уходить в сторону чуть-чуть, сюда уходить. Только не уходите назад, вперед либо в сторону. Итак, отрабатываем эти упражнения и переходим к следующему.